Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про настольную игру «Скифы». В игру могут играть от 2 до 4 человек возрастом от 10 лет. Игра хранится в картонной коробке. Внутри игровое поле. Четыре фишки и один кубик. Главная цель игры – достигнуть финиша с наибольшим количеством очков. Для этого участники отвечают на вопросы, написанные на 60 карточках. В ходе игры вам предстоит побывать как скифским древним воином, так и любознательным современным археологом. Проводите раскопки на разных локациях поля и находите ценные артефакты, которые дают различные бонусы. Также в наборе правила игры с таблицей ответов. С этой игрой вы окунетесь в великую цивилизацию скифов и посмотрите на нее новыми глазами.